Сегодня пятый день проращивания моих бобовых. Маш. Или по-норвежски называется мункбёнер. Это корешки. Господи. Китайский способ проращивания бобовых. Сейчас вытащу. Корешки сидят. Вот. Смотрите. Смотрите, какая красота. Вот эту красоту теперь мы будем есть. Ням-ням-ням. Класс. Получилось с первого раза. Поэтому всем советую. В YouTube посмотрите, короче, забейте в YouTube китайский способ проращивания фасоли маш. Или, не знаю, фасоли или что это. Класс? Кладезь витаминов и минералов.